Бать, это ты по поводу оружия заикался? Это ты заикаешься, а я интересуюсь. Ну, пойдем. Пойдем. Только я заранее предупреждаю. Деньги не при мне. А где? Адрес записать? Или запомнишь? Сюда? Ага. Оставь здесь, батя. Привет. Так это тебе, батя, плетка нужна? Плетка нужна вам, молодым, тело гонять. Мне нужна винтовка. А на нашем языке она так и называется, плетка, из-за звука выстрела. Слышал когда-нибудь? Доводилось. Звук сухой и хлесткий, как плети щелкнули. Оттого и плетка. Значит, мне нужна плетка с оптическим прицелом. Зачем? На охоту собрался. А оптика? Чтобы шкуру не испортить. Складно. А с чего ты взял, что здесь таким товаром торгуют? Телевизор смотрю. Да, это верно. И маслята нужны. Это что, патроны, что ли? Быстро вырубается, да? Ну и маслят. Десятка-два. А зачем так много? С картошкой буду жарить. Профессионал попался. Сильно достали? Да. А законная власть? А где ты видел законную-то? Одни кабинеты с флагами, и в каждом кабинете хмырь. А ты денег попробуй дать. За винтовку сколько выложишь? На эти деньги можно купить кого хочешь. Да они уже все куплены. Вот теперь, батя, извини, я твои ясные очи прикрою. Не давит? Стерплю. Ну вот и хорошо. Сюда, что ли? Да, направо. Ой. Да это, бать, мелкашка. Мелкокалиберная тебя, как понимаю, не устроит. А это? А это хорошая машина. СВУ. Укороченная, значит. С глушителем? Нет, батя, с пламя-гасителем. Да нет, ребята, мне нужно с глушителем. Вот клиентура-то пошла, а? Ну хорошо, есть одно специзделие. Заказчик не успел доехать. Ну покажите. Шур, принеси. Но будет на 1500 дороже. И то только тебе, как ветерану. И как участнику Куликовской битвы. Ой-ой. А? С глушителем? С глушителем. А прицельная дальность? Ха, молоток. Если не с похмелья, в спичный коробок попадешь с 300 метров. Готов? Угу. Нет, бать, так не пойдет. Послушай. Представь, что у тебя вместо пальца лепесток ромашки. Так. Вот, верхняя галка на цели. Угу. И не дышать, как на рентгене. Угу. Потом ловишь момент между ударами сердца. Угу. Готов? Готов. Давай. Да ты снайпер, батя. Ё-моё, барашиловский стрелок прям. Какие патроны берешь? А какие есть? Обычные, зажигательные. И тех, и тех. А говоришь, шкуру попортить не хочешь? Передумал. Сколько штук? Давай по десятку. Хм, с запасом. А я всю жизнь с запасом живу. Мало ли что. Спички, керосин, хлеб, соль. А теперь вот и до патронов дело дошло. Господи!